начинаем нашу пресс-конференцию. Она посвящена прежде всего дню рождения группы оркестра Че. Он 1 декабря, и у группы будет в этот день концерт. И у нас вторая тема – это проблемы национальных природных парков Харьковской области. Сегодня наши спикеры Олег Каданов, лидер группы оркестра Че, Андрей Тупиков, заместитель директора Национального природного парка Буричанский, Олег Вяткин, заместитель председателя экологической группы Печенеги. Начнем с дня рождения. Пожалуйста, Олег, тебе слово. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. В общем-то, да, у нас два повода. Один грустный, один тоже грустный. В том фильме «Мальчик и мальчик». Ну, в общем-то, да, день рождения – это же грустный праздник. 13 лет, особенно пубертатный период, все такое. В общем, да, мы будем рады вас видеть на концерте 1 числа в Джастере в 20:00. Это все начнется действовать. Собственно, вы сможете оценить, какой путь мы проделали за 13 лет и к чему мы, собственно, сейчас пришли в музыкальном смысле. Но на самом деле хотелось бы сказать несколько о другом. Вот мы этим летом, начну издалека, этим летом мы снимали видео на песню «Час працюю на маме» Кижи Дона. И, собственно, поездили по Харьковской области, открыли для себя очень много интересных, красивых мест. В частности, финальную сцену мы снимали в Национальном парке Двуречное. Или Двуречанский, как правильно сказать? Двуречанский. Национальный парк Двуречанский, возле Двуречной. И там уникальные меловые горы, там красивые леса, река, Оскол, да? И что поразило, я впервые в жизни увидел живьем сусликов. Там сурков. Игорь Сурков есть такой преподаватель у нас в институте. Байбаки, да. Собственно, как получилось, мы подъехали на машине совсем близко и удивились, почему он не убегает. Андрей рассказал нам такую историю, что, собственно, байбаки, когда видят человека издалека, они предупреждают все свое семейство такими писклявыми криками, которые мы потом наслушались, и, собственно, исчезают. Там, ну, на сколько? Метров на 100, да, они подпускают где-то. Или, ну, не более того. А мы подъехали, ну, собственно, мы видели байбака в метрах 8, наверное, когда мы подъехали на машине. И, оказывается, этим пользуются браконьеры. Естественно, с нехорошими целями. Они подъезжают совсем близко, байбаки не видят, не чувствуют никакой опасности, они опускают стекло, высовывают ружье и, собственно, я так понимаю, за последние 3 года поголовье в 4 раза, да, сократилось, если не больше? За последние 20, скажем, поголовье сократилось в 10 раз. Примерно такие цифры. На территории парка сейчас, благодаря соблюдению режима охраны, численности, мы отмечаем рост. Да, в общем, хотелось, чтобы возвращалась эта численность, это поголовье возрастало, потому что как-то все грустнее и грустнее становится, как бы, с проблемами окружающей среды, и в частности, то есть я об этом совершенно не знал до этого лета, что существует некая проблема, но оно есть. Понятно, что в стране происходят более жесткие вещи, и там, может быть, кто-то решит, что там на эти вещи не стоит обращать внимания, когда там погибают люди, но на самом деле все же состоит из деталей. Как бы, когда каждая деталь будет сыпаться, то как бы со временем страны просто не окажется ни в таком виде. Мне кажется, очень важно сейчас тоже обратить внимание общественности на эти проблемы, потому что проблем достаточно. И места уникальны, красивые. Я не знал, что в Харькове есть столько уникальных мест. И, оказывается, не надо никуда уезжать там, за границу, там, через всю страну надо, в Карпаты, едьте в Карпаты, но знаете, что в Харьковской области есть прекрасные места, где можно отдохнуть, и это надо делать, надо людям знать, что есть в Харьковской области 3 национальных парка. Но я думаю, об этом больше как раз вырос. Байбаки настолько впечатлили, что попали на афишу, насколько я понимаю. Да, вот у нас афиша есть концерта. Расскажите в целом о том, что происходит в Харьковской области с природными парками. В каком они состоянии, что там делается?
Вот. Ну, что происходит в целом? В Харьковской области с природой происходит все очень плохо, и это заключается в том, что в первую очередь у нас народ не очень хорошо понимает эти проблемы, во вторую очередь, как бы, деньги застят разум, и, в общем-то, это и отходы сливаются в реки, и вырубаются леса, и браконьерские охоты. Но сегодня повод все-таки поговорить о национальных природных парках, а это именно те участки природы, которые остались, скажем так, максимально защищенными и максимально сохраненными в Харьковской области. Национальных парков у нас всего три. Они, на самом деле, занимают не более чем 1,5% от территории области, то есть это очень маленькие участки, ну, это 14 тысяч гектаров Камальшанские леса, национальный парк, около 6 тысяч гектаров национальный парк Слобожанский и самый маленький в Украине парк, это национальный парк Величанский, около 3 тысяч гектаров. Где они находятся? Вот, ну, соответственно, один находится около Змеева, Змеевского район, это Камальшанские леса, Слобожанский – это Краснопутский район, и Двуличанский район – это Двуличанский национальный парк. Вот. Это действительно уникальные места, чтобы вы понимали, как бы в нашей стране национальные парки создаются непосредственно указом президента и считаются одними из самых ценных природных территорий в целом по Украине. То есть каждый из этих парков – это реально какая-то жемчужина именно Украины в целом, не только для Харьковской области. То есть это и уникальные болота Слобожанского, и меловые горы Двуричанского, и лесостепь, сохраненная в Камальшанских лесах. Это реально жемчужины Украины. И они ценны для всего народа. Вот. К сожалению, у парков огромное количество проблем. И те же проблемы, которые в целом у нас природные, они также имеются в парке. Это и попытки браконьерства, это и попытки проводить массовые рубки, это попытки захватить земли национальных парков и застроить их какими-то коттеджами. Вот. Это и ситуация с Двуличанским парком, который более чуть позже расскажет подробно Андрей. Вот. Но хотелось бы вот остановиться более так лирически, то есть каждая страна состоит из нескольких составляющих. То есть если народ сердце, то природа – это душа страны. Вот. И, к сожалению, пока мы не обращаем внимания на свою душу, мы просто население, мы не народ. Вот. И тут очень важно, как бы, понимать, насколько это необходимо для страны в целом. Мы привыкли сейчас наблюдать, мы не обращаем внимания на душу, мы смотрим на такие вещи, как какие-то 450 клоунов, которые каждый день нас веселят с экранов телевизора. Всевозможные инсинуации, кто-то кого-то ударил, кто-то кому-то чего-то сказал. Но ведь реально, когда мы вспоминаем про нашу страну, мы ведь помним не про это. Мы помним про место, где мы в детстве ловили рыбу. Мы помним про место, где мы стояли с палатками или просто где гуляли по лесу. Ведь именно это мы вспоминаем, когда думаем про Украину. Вот. Ну и последнее, что хотела сказать, если как бы природа – это душа, то совестью нашего народа всегда были певцы, деятели искусства. Мы можем вспомнить учебник украинской литературы, наш первый, там, 5 класс, где на обложке был нарисован Кобзарь. И именно как раз эти люди и были совестью украинского народа. Они были, они рассказывали истории, они задавали направления, они говорили о проблемах. И пусть сейчас, Кобзарь сменила электрогитара, но, как по мне, я очень благодарен оркестру Че, что они помнят свою, так сказать, кармическую цель, кармическую задачу и продолжают быть совестью народа и обращают внимание на такие проблемы. Все, спасибо. Большое спасибо. Андрей Тупиков, пожалуйста, вам слово. Что происходит у вас в парке? Расскажите. Проблем, какие у остальных национальных парков, на самом деле, достаточно. Все они и для большинства парков актуальны и, на самом деле, казалось бы, банальны, и есть пути их решения, но почему-то эти пути непреодолимы. Есть проблемы с оформлением земельных вопросов парковских, да, и это основная проблема. Почему власть создает парки, но при этом совершенно не заботится о том, как эти парки дальше будут существовать, возникают конфликты. Конфликты возникают в силу разных причин.
скажем так, наш конфликт возник на почве того, что, ну, Олег уже говорил о том, что народ не слишком заботится о состоянии окружающей среды, о природе, но есть определенная прослойка населения, которая пользуется этим, которая хочет, чтобы их коттедж стоял на берегу, там, красивая живописная реки, да, чтобы можно было, ну, я думаю, это всем понятно. Ну и, в общем-то, наши проблемы в основном связаны с тем, что в Дворещанском районе существует определенная группа лиц, заинтересована в хищническом использовании природных ресурсов, просто в разной степени. Вот. И, в общем-то, говорить о проблемах парка можно долго, их на самом деле много, но что вообще хотелось бы отметить, я считаю, что важно, это, в общем-то, то, для чего мы тут собрались, да, обсудить вообще участие общественности в проблемах и как они могут помогать, как они могут влиять на решение тех или иных органов. В общем-то, да, понятно сейчас, что мнение общественности – это не всегда стопроцентный выход, да, то есть 100 человек там с плакатами, 200 человек с плакатами, они не всегда чего-то добиваются, но это аргумент, это весомый аргумент, и на самом деле случаются ситуации, когда мнение общественности оказывает большое влияние. В связи с этим сейчас интересной стала тенденция, когда, ну, например, скажем, про вчерашний день, да, когда в национальных парках выбирают кандидата, да, среди кандидатов выбирают якобы самого достойного на пост директора, но это было раньше. Сейчас мы добились того, что это открытый конкурс, и если раньше назначение шло вообще по непонятным схемам и непонятным для нас образом, то сейчас, в общем-то, все желающие могут принять участие в этом и, собственно, посмотреть на тот выбор в реальном режиме. Вчера в онлайн-трансляции можно было увидеть всех кандидатов, которые, так сказать, претендуют на директоров парков. В общем-то, впоследствии можно было бы, возможно, будет понять, как выбор соотносится с реальностью. Да, но вот вы говорите, что общественность может помогать рассказывать, в том числе самой же себе, ваши проблемы. Как, ну вот, допустим, Олег Каданов сегодня, в том числе, на пресс-конференции говорил об этом. Могут нас увидят наверняка люди, прочитают об этом информацию, как они могут присоединяться к помощи вам и другим паркам области? На самом деле путей включения очень много, они в разные имеют разную степень сложности, ну, сложности условно, да. На самом деле наиболее простой вариант, я считаю, это благодаря социальным сетям мы имеем обширные срезы информации, да, мы можем с ними ознакомливаться и следить за ситуацией, сидя в Киеве, следить за ситуацией, что происходит во Львове, ну, грубо говоря. Вот, в связи с этим самым простым вариантом является просто отслеживание новостей национальных парков, проблем природоохраны в целом и поддержка, самая банальная, с которой обычно природоохранные организации обращаются к общественности. Подпишите петицию какую-нибудь или там отошлите от себя там, в адрес министерства или кабинета министров письмо там, с каким-то протестом или с поддержкой того или иного законопроекта, или как в данном случае, опять-таки, возвращаясь к вчерашнему конкурсу, скажу, что от лица общественности в адрес министерства было направлено довольно большое количество писем в поддержку, скажем, директора нашего национального парка, и полная благодарность Олегу, в том числе, ты немало это. Да, всем огромная благодарность. Все включились через Facebook в перепосты, и как бы все, то есть не поленились уделить этому там 3 минуты, переслать письмо на адрес министерства всего лишь. А это сработало. Ну, да, то есть очень приятно, что это работает. Такие вещи. Пусть сейчас мы результата не знаем, но скажем, вчера озвучено было то, что
во время заслушивания одного из кандидатов было озвучено, что, дескать, в адрес министерства поступило там определенное количество писем против или за вас, да, и это уже озвучили, это уже услышали. И это уже поддержка. Это уже поддержка. Вопросы, пожалуйста, коллеги, есть? У меня вопрос, наверное, к Олегу, из парка. Я хотела бы переформулировать более конкретно, тоже понять, ну, вот общественность, да, мы все говорим о том, что может как-то помочь и передать эту информацию, дабы это не стало информацией, опять же, в соцсетях каким-то пинг-понгом, ну, переписали или просто. Как конкретно можно помочь на примере, вот, чтобы сохранить популяцию или еще что-то с браконьерством? Вот какие-то конкретные есть примеры или механизмы людям, которые хотят это сделать? Ну, конкретный пример – это, в общем-то, сама ситуация в Туричанском парке, потому что, как мы знаем, все темные дела любят такую скрытность и тайну. В данной ситуации, возможно, благодаря поддержке общественности, которая уже существует, до сих пор Национальный парк Туричанский существует и сохраняет природу, а не превратился в аппендикс охотхозяйства, как этого хотят в том числе и наши областные власти. Вот, эта проблема на слуху, и благодаря вот этой именно информационной поддержке и того, что большая часть населения, ну, большая часть людей об этом знает, не получается втихую эти земли забрать или начать там массовые охоты. Все же наши контролирующие органы обращают какое-то внимание на общественное давление, и они обычно работают вот только с пинка. И вот это общественное давление, это есть вот этот самый пинок, который, ну, хоть как-то заставляет двигаться и не позволяет тому, чтобы ситуация стала полностью критической, ну и как бы национальный парк был, ну, грубо говоря, уничтожен в том понимании, в том, в котором его увидел вот Олег, когда туда приезжал. Вот, на самом деле, как бы сейчас в нашей стране мы все прекрасно понимаем, что все, как бы, и политики, и кто бы там ни был, обращают внимание на что-либо, только когда на этом можно урвать какую-то долю популярности, долю известности или как-то этим воспользоваться. Опять же, вот эта шумиха, вот общественное внимание дает им возможность этим воспользоваться, соответственно, они тоже как-то включаются в эту работу. Ну и плюс вот последний момент, что касается там нашего министерства, вот этих конкурсов, конечно, публичность этого момента, понимание, что чиновников, что за ними следят многие, тоже дает свои плоды. Вот. Естественно, ну, мы просто, что история очень большая, то есть в тот же Туричанский парк приезжал тот же правый сектор БПС, за что им спасибо, они довольно сильно морально подавили местных браконьеров, которые что-то еще полгода рассказывали, как их жутко там уничтожает правый сектор, хотя, в общем-то, ничего такого не было, но слухи и слухи. Вот. Ну и формы, формата помощи очень много. Но основной сейчас это действительно привлечение максимума внимания к этому, потому что, ну, наш государственный аппарат иначе просто не работает. То есть, если все тихо, то никакой проблемы нет ни для кого. И, соответственно, можно делать все, что угодно. А два слова насчет популяции байбаков. Они вот какую роль играют в жизни парка? Вот, тем более, они у нас здесь сейчас на... В экосистеме ты имеешь? Да. Байбак в национальном парке. Для национального парка это знаковое животное. Да? То есть это типичный степной представитель, характерный только вот для такой местности. И в общем-то, с тенденцией широкого хозяйственного использования природных ресурсов, да, то есть мы знаем, что пологоры все распаханы, да? То есть поля, остается очень мало мест, позволяющих сохранить популяция сурков. В общем-то, в нашем парке одна из самых устойчивых и, наверное, крупных популяций в Харьковской области. Вопрос коллегу Аркестровичу. Хотелось бы вернуться к музыке, к музыкальному празднику вашему. За историю такой длинную группу много музыкантов играло, много принимало участие. Как пройдет этот день рождения? Будет, я имею в виду, все задействованы? Да, полный состав. На сцене будет 7 человек. Сейчас оркестр Чай, это, ну, уже приближается к минимальному эстрадному оркестру. То есть еще чуть-чуть и еще струны надо.
добавить, я имею в виду не электрострунные, а струнные. Ну, в общем-то, сова вернулся, что не может не радовать. Будет радовать не только нас, но и всех слушателей кларнетом, саксофоном, бас-кларнетом. Ну, мы прекрасно помним день рождения, который был в жаре, там вообще коллеги ваши поздравляли. Мы решили от этого формата отойти, и будет выступление только оркестра Чей исключительно. Ну, собственно, будет визуальный ряд некий, будет слайд-шоу, на котором будут представлены все красоты наших национальных парков, и те, кто придут на концерт, смогут воочию это увидеть, по крайней мере, на фотографиях. А впоследствии, я надеюсь, что смогут приехать видеть это вживую, это тоже очень важная поддержка, просто приехать, насладиться, там, не знаю, там, купить какой-то билет или что-то надо для посещения национального парка. То есть это тоже очень-очень важно. Да, просто приехать. Просто приехать. А летом это просто, там столько разных трав, которые там занесены даже в красную книгу, ты когда выходишь в поле, вдыхаешь этот аромат, голова кружится. Это невероятно. Ну а у Двуречанского парка, это, кстати, у других парков такое, но обстоятельное название, да, в кавычки, национальный парк, вход туда свободный? Да, вход в национальный парк. Сейчас. Вход на территорию парка, конечно, свободный. Есть зона, на которой должен соблюдаться самый строгий режим. Почему он должен там соблюдаться? Потому что, скажем, на территории Двуречанского парка, в заповедной зоне, произрастает 30... если я правильно помню, 32 вида краснокнижных растений. Есть такие, которые произрастают, грубо говоря, только в этом биотопе. Биотоп не сильно широко представлен как на территории Харьковской области, так и на территории Украины. Вот. Поэтому, в общем-то, эти участки наиболее ценны. И вот, на самом деле, первостепенная задача – это сохранить вот эти заповедные участки. Но их можно осматривать со стороны. Но кроме этих участков есть еще масса других. Ну, чтобы для понимания, вот территория Двуречанского национального парка около 3000 гектар, а заходить нельзя на 600 из них. То есть вот те участки, о которых говорит Андрей. Все остальные это места общего посещения, ну, в целом тогда можно свободно посещать, и у парка есть возможность брать деньги за рекреационные услуги, то есть предоставление каких-нибудь там мест для отдыха и так далее. Но это опять же не обязательно, то есть никто тебе не заставляет, ты можешь встать на берегу реки, ну, по крайней мере, в наших национальных парках это пока свободно. То есть в Карпатах там уже есть какие-то другие варианты, но в целом это государственная структура. То есть все это принадлежит именно народу Украины. В общем, чтобы в парк был по-прежнему вход свободный, следите за этой темой и поддерживайте как можете. Два слова давайте еще о самом месте, где клип снимали, и потом мы уже его посмотрим. Это Олег, ускорение. Ну, мест было несколько. То есть это была первичная локация была под Змеевым. Может быть, там даже часть Гамильшанских лесов, я не знаю, мы затронули как раз не совсем понимали, где мы были. То есть, я точно знаю, мы были точно были на территории бывшего института исследований ионосферы, такое монументальное место, устрашающее немножко, как из фильма «Сталкер» Тарковского. Да. Опять-таки, финальная сцена снималась в Национальном парке в Двуречанском. Некая часть клипа снималась, это Бортки называется, да? Где недостроенная атомная электростанция, тоже достаточно такое интересное, немножко страшное место. Ну и некие болота за Корохичем, тоже живописные места. Спасибо. Ну, давайте клип смотреть. Спасибо за то, что тему эту поднимаете и об этом говорите. Важно и нужно, иначе мы завтра можем оказаться без нашего природного богатства.
Час працює на мене, він мене убиває. Все, що у мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень. Я зараз найкраща мішень. Зараз найкраща мішень. Час працює на мене, він мене убиває. Все, що у мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень. Я зараз найкраща мішень. Зараз найкраща мішень. І навколо ніч вогняною лавою. Київська траса десь під Полтавою. В кожній фурі тінями темними ховаються перелякані демони. Зависають зорі в напрузі. Морок ховається у кукурузі. Душі померлих смертю страшною. Тяжко літають над окружною. Час працює на мене, він мене убиває. Все, що у мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень. Я зараз найкраща мішень. Зараз найкраща мішень. Час працює на мене, він мене убиває. Все, що у мене є, і все, чого не буває. Я встиг сховати собі до кишень. Я зараз найкраща мішень. Зараз найкраща мішень. І темно в їхніх очницях порожніх. Ця в кабаках придорожніх нічної тиші. Дзвінки оркестру і проститутки. Добрі як сестри і вбивці з латаними серцями. Діти з яскравими олівцями. Кельнери з паленим алкоголем. І відьми з гострим підшкірним болем. І перевізники чорної нафти. Просто беззахисні є банати. Жовті біженці звідкись з Китаю. Я всіх люблю, всіх пам'ятаю. І навіть якщо я забуду про когось, чи є сім'я, чи знайомий голос, мені ще стане часу і нервів, щоби згадати ти всіх померлих. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.